великий шоу мыльных пузырей. Аплодисменты. Важная просьба. Кто из вас сможет приклеиться к полу и не шевелиться? Ну-ка, приклеиваемся ногами к полу, как следует. Я сейчас проверю, кто хорошо приклеился, кто нет. Хорошо. Отлично, вот этот парень классно приклеился. Принцесса, ты приклеилась? Ну-ка. Отлично. Я чувствую, отличное шоу-программа получится. Ребятки, давайте 4 шага назад. Чтобы было интересно, нужно посмотреть глазками. А потом я сделаю миллион пузырей, которым можно будет лопать. Договорились? А пока смотрим. Ой, ребята, а вот эта штука моя самая любимая. Она называется «Летающие мозги». Вы когда-нибудь видели летающие мозги? Показываю. Отлично. А теперь 4 шага назад. Хочу поделиться уникальным трюком. Я буквально недавно научился. А вы когда-нибудь видели мыльные пузырики в форме звездочки? С острыми углами. Ты видел мыльный пузырь с острыми углами? Ох ты, маленькая брюшка. Итак, отойдите подальше, это очень сложный трюк. Тут определенный ракурс надо поймать. Смотрите внимательно, вы не представляете, как я люблю обманывать детей. Да шучу я, мыльный пузырик бывает только круглой формы. Из чего бы вы его не выпустили, хоть из квадрата, хоть из треугольника. Ребятки, на коврик не заходите. Кстати, кто из вас когда-нибудь ловил бабочек? Отлично. Кто самый красивый? Я не слышу. Кто самый красивый? Кто самый умный? Кто самый громкий? Кто самый хитрый? Кто самый быстрый? Кто из козявки? Бросайте это грязное дело. Смотрите внимательно. А хотите увидеть самый большой пузырь? Ребят, давайте, пожалуйста, отойдем немножко по... Все хватать ногами, прыгать, а иначе он взорвется, дурак.